Мы приветствуем всех, кто зашел на канал семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем нашу поездку в аквапарк. Мы также объявим победителя конкурса лайков. Мы покажем вам нашу дорогу, где мы останавливались, как мы ехали, что мы делали. Покажем вам аквапарк снаружи, покажем вам гостиницу, в которой мы останавливались, покажем комнату, коридоры, и в конце этого видео мы споем красивую песню. Оставайтесь с нами! Победителем конкурса лайка в этот раз стала Аленка Хваткова. Ее лайк был под номером 53. Спасибо вам большое за лайк. Присылайте ваш адрес, куда мы можем вам выслать фотографию, открытку от нашей семьи, а также несколько наклеек. Спасибо всем за поддержку, за лайки, за вопросы и комментарии. А сейчас мы приглашаем вас посмотреть наш влог. В эту семейную поездку мы настроились поехать уже давно. В это утро детки проснулись, позавтракали, собрали и положили в машину все вещи. Викочка и Ангелиночка сделали всем бутерброды в дорогу. Нелечка помыла посуду. И после 10 часов мы уже были готовы ехать в поездку. Окей, сейчас у нас уже 10:30, и мы сейчас выезжаем в Wisconsin Dells. В общем, вы в этом видео будете много слышать слово Wisconsin Dells. Это значит, что мы едем в водяные парки. Они парк, он так называется. И еще Chula Vista. Chula Vista — это где мы останавливаемся. В общем, будем купаться, друзья. Как говорили мы в детстве, буль-буль. Друзья, мы уже сели в машину. У детей настроение хорошее, да? Да! О-хо-хо! Куда мы едем? Чула-Виста! Ну, поехали с нами тогда, друзья. Тогда в путь дорожку. А мы все едем, едем, едем. А вы что делаете там? Разукрашиваете? Что? Да? Разукрашиваете? Привет. Сколько еще ехать, Дженнифер? Три. Три часа? Три. Поменьше. Два с половиной. Ну, если будем останавливаться, еще три. А так примерно 2.5 еще. Недалеко. Итак, ребята, мы сейчас остановимся заправиться. Нам осталось примерно 1 часик ехать, даже меньше, окей? Кто хочет в туалет? Все, давайте мы остановимся, сбегайте в туалет, я заправлюсь пока. Только быстро, окей? Потом мы в машине перекусим немножко. И будем ехать дальше. И уже мы через часик будем там, и начнется ваше купание. Договорились? Да! Все. Молодцы. Дженни, ты устала уже ехать? Нет? Нравится? Вот ты мы уже съезжаем на наш эксит. Сейчас мы все побегаем, попрыгаем вокруг машины. И еще 1 часик потом поедем. Ну да, может быть, даже здесь поменьше, чем часик. Вот здесь, сейчас мы едем на Quick Trip. Ты заправляешься здесь на траке? Ну тогда заправлялся здесь на траке, да. Вот здесь трак-стапчик стоит у них. И все отлично. Привет, Дженни! Скорее, скорее в туалет, ручки помыть, будем кушать. В машине. А Вова? Он не хочет. Вова не хочет. Вот мы заправляемся здесь, вот заправочка.
И вот здесь показывает, один галлон стоит $2.39. Мне кажется, мы тут заправлялись, да? Было дело. А здесь показывает, что вот, например, так нажмешь, что не показывает. А что он там, какую-то игру можно даже играть. Так что, когда скучно, ты можешь нажимать. Да, да, да. Фу, это чтобы больше бензина заправлять. Хорошо, тебе холодно, я сейчас приду. О, привет, привет, вы здесь уже? Нет, папа. О, вы кофеечек себе купили? Нет, чай. А? Чай. Чай, а мне чай? Чай. Чай, у меня не было денег, за меня Вика заплатит. Ты мой золотой. Он даже Дженнифер. Привет, девчонки, как настроение? Хорошее. Good. How was it? How are you, girls? Очень хорошо. Очень хорошо. А вы еще ничего не купили? Ну, мы будем кушать в машине. А в машине? Окей. Попить. Привет, девчонки. Привет. А как у вас настроение? Хорошо. Вы любите друг дружку? Да. Тогда обнимишки. Ой, ты занятые мои девчонки. Чем-то вам купить? Чипсы что-нибудь, не? Нет? Видишь, какая она нескушенная, так говорит. Ну, купи ей, что она хочет. Одну чипсу. Что быстрее, потому что я тебе буду платить. А ты что хочешь, покажи, что ты купила? Это Вика. Это Вика купила? Так, все теперь сидят, жуют. Что это, Дженни, ты что кушаешь? Сок и бутерброд, да? Да? Скажи. И чипсы еще. Ангелина там. И ананас. О, еще и ананас. А кто тебе ананас купил? Вика. А, Вика. А ты, Зая, не жуешь еще ничего? А, нет, я купил себе сочка такого вот, ага. Попью. И ты там бутербродик для меня вкусный приготовила. А там Викочка? Викочка, мой золотой дочка. О, Ангелиночка. И Ангелиночка. Примерно 10 минут еще. Да, еще 10 минут. Такие поют. Все, въезжаем мы в Висконсин Дэлс. Чула Виста Резорт называется. Вот он, этот водяной парк. Вот здесь будем купаться. Вот он. А Леша предлагает купаться вот здесь. Не я предлагаю, это водяной парк. Разогнался и в кусты туда. Ио, к лягушкам. К лягушкам. Мы поедем прямо. Остановимся. Ты сходишь в офис, покажешь бумаги и скажешь, где. Сейчас я хочу эти горки. Мы будем на них внутри ездить и вылетать снаружи. Маленький, вот это зря. Ну, хорошо, что не на улице. Я сейчас могу домой развернуться. Не-не-не, не надо. Такого... А вот вы это видите, такая оранжево-синяя горка, там на нее залетаешь и крутишься на ней по этому кругу. Ну, проваливаешься. И потом дальше улетаешь. И мы после этого будем уже ориентироваться, где наша, куда, чего, как. Так будет самое правильное. А вот там у них отельные комнаты, это где мы тоже там один раз останавливались, там просто как отель. Но у них везде под землей проход в водяной парк, так что на улицу не надо выходить и мерзнуть. Так, все, мы приехали. Сейчас мы возьмем большую тележку. Вот она, Зай, здесь. Давай, туда. Папе дай, папа будет туда вещи ставить. Садись на диванчик и подожди нас. Да, Вова. Дженнифер, иди к маме, заходи вовнутрь. Ой, холодно как. Привет всем добрым людям. Вот мы 11 человек на 2 дня. Припаслись. Главное молоко,
пиццу, молоко. Сок, салат. И там мы сокрыли яблочки. Яблочки. Порезанные. Вещички тут. Чтоб дети не проголодались. Ну да, не только дети. Все, все готовы. Здесь красивый водопад. Девочки тут карту рассматривают. Oh, I love this. Мы уже едем в лифте. Oh, okay. Привет. Welcome to Chula Vista. Amigos. Okay. Но мы в одну комнату заходим. Привет, Дженнифер катается. Coming, guys. Карточку всовываешь, мигает. И заходишь. Тихо. Сейчас самое интересное. Already scared of heights, look down. It's not that high. Hi, Jen. Здесь вот такие красивые лампочки, такой красивый Лёшенька. Как лампочка. Здесь вот кушать за столом. Каминчик. Каминчик мы будем сегодня здесь жечь, включать. А в начале комнаты свои найдите. Сейчас я покажу. Здесь диваны. Здесь джакузи. Да, можно. Здесь наша спальня, где мы будем спать. Вась, смотри, какая кровать красивая. Маленькая лука. И здесь тоже камин есть. В нашей спальне здесь камин, тоже в окнах пишется. Вот, мы на третьем этаже. Здесь вот отсюда видно уже водяной парк. Мы там пойдем под землей. Короты полезет. Маленько, вот спальня понятная. Ну что, опять подушек непонятная. А чтоб мягко было спать. Ага, здесь даже у нас есть душ свой лично. Да, душ свой. Это мастер бедрум. Там, наверное, за углом душ, да? Да, вот здесь красивый душ. Ага. Так, пойдем сейчас девчонок комнату посмотрим. У нас получается, что две комнаты, да? То есть две сплит, они между да, собой. Да, они нам дали два номера. И сколько тотал все стоит, что люди сейчас и спрашивают? У нас по скидке идет сколько? 200, долларов 200? 260 мы заплатили за все. 260 за все заплатили, да? Вот за... Здорово, здорово, конечно. Так, девчонок, комната. Покажите, какая у вас комната. Там много дресса! Сейчас. Так, кто где будет спать, наличка? Здесь будут Вика и Кетти спать, а здесь буду я и Дженнифер. Вау, ага. А кто еще где спит? Кай. Ой, прости. Так, здесь у нас спят... Алина, что уже хозяйка еще? Вы здесь спите? He's naked. He's hiding. Sorry, окей, там Вова, значит, на том диване. А здесь кто? Маргарита и Ангелина? Только каждый, у каждой своя кровать? No. Алена еще. С Джинелл, наверное. А, Алена с Джинелл. Алена с Джинелл здесь. Да. Окей, мы уже сейчас все готовы идти в водяной парк. Уже все переоделись в купальники, маленькие, большие. Мы идем все вместе. Леша еще посмотрит, если он будет купаться. Он же вчера палец на ноге сломал. Позавчера. Вот, мы уже все готовы. Сейчас мы пойдем через большой туннель пешком, поэтому мы одеты, потому что холодно там под землей идти. Вот, и... Будем купаться. Ты готова купаться? Да. А это что у тебя? Будешь это одевать? Вигочка. Спасибо всем, кто смотрел это видео. В следующем влоге мы покажем вам сам аквапарк, как мы там играли, как мы там купались. А сейчас оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. А сейчас песня. Oh.
чудеса твои велики, и любовь твоя сильна, прихожу к тебе.